Буэнос диас, перцы. Ядерный рассвет нафизарит ваш экран, а это значит, что мы продолжаем раскатывать уродов в блин в Need for Speed Most Wanted, поэтому садитесь поудобнее, берите ништяки и делайте громче. Сегодня будет жарко. Погнали. Итак, нам осталось несколько гонок до Уэбстера, но у нас же завис челлендж. Мать его так. Прошу прощения. В общем, такая вот история. Час с этими уродами выдержать, ну, почти нереально. Поэтому давайте, знаете, как сделаем? 2 миллиона и по съебам. Поехали. Раз уж такая пьянка пошла, сейчас микрофон поправлю. Опа. Ходу, ходу, ходу. Кстати, заметили, как графоний улучшился, а? И звучок туда же. Да, это максимальные настройки графики, ну, настолько у Need for Speed на МВ. Все потому, что Саныч обзавелся GTX 1070, мать его так. Чего, блядь? Пес ты смердящий. Да куда ты поехал, придурок? Сука, он ускорился так мощно, что я его просто догнать не могу. Чего, блядь? Чего, блядь? Где эти звери? Так, токийский дрист. Так, был, кажется, контакт. Ага, прям по курсу, урод. Да, блядский ты запорожец, а? В той стороне вроде был. Так, прямо. Да блять. Опять что ли за мостом ебаться в телевизор? Ну ебано. Ладно, повторный заход. Что-то я резко оторвался. Так, указатель спрячу, чтобы не шароебиться. Иди сюда, блять. Дебил тупой. Поехали. Новая клавиатура. Новая старая мышь. Новая, видимо, карта. Охуенно. Охуенное утро пятницы 13-го, я вам скажу. Ходу нахуй. Так, 2 ляма. Пока только 1/10. 0.15%. Ребят, я сам не намерен от вас ебаться, пока не наберу 2 миллиона. Жух. Заодно и вкатаемся как раз более-менее. Чтобы потом доделать эти ебучие... Опа! Так, сразу же ветролет. Так, 15 тысяч. Двадцать пять. Так, немножко ускорились. В таком варианте их надо пиздить, на чем свет стоит. Так, 9 орков на хвосте. Блять! Контейнеровоз. Так, ладно, лупим дальше. Ай, блядь, опустил фраг. Так, еще 2 фрага. На взлет. Даже заборчика не коснулся, охуенно. Так, еще фраг. Так, 70 тонн, 75. За 2 минуты, блядь, в принципе, неплохо. Упс. Сука нах. Ходу. Так, 2 касания. Да заебал ты там мяукать.
В жопу себе свою уу-уу-уу засунь, скрути в трубочку, запихни и проверни пару раз. Пидорасина очкастая. Ладно, пилим дальше. Так. Что у нас тут? Ага. Так. Три шипа прошел. Нормально. Чпок навстречку. Так веселее. Так, бродячий... О, грах ты, сука! Делать мне больше нехуй. Поцелуй мой блестящий зеленый металлический зад. Я потерял его. Да, блядь. Объект обнаружен, код 3. И раз! Есть переворот. 10:33. Я повторяю, все срочно сюда. 10:04. Ладно, я пока тут покурю. Хуя, вот это было торможение, у него аж прицеп подпрыгнул. Весело че? Ой, шипчики-то. Шипчики. Че, сам себе коробочку не сделал? Ебаться. Да ебаться в помидоры, где подкрепление? Все наши разбиты, я один. Есть кто-нибудь рядом? Прикрытие будет через... Так, круг. Второй круг. Я в нескольких милях от вас, держитесь, скоро буду. О, джипики, охуенно. Давайте все, что у вас есть на этот момент. Ох ты ж мать твою! Вот это полет, ребят. Так точно, Браво 2-6. Есть свободная машина, направляю к вам. Так, перчим дальше. Иду на пределе, он уходит. На скорости 170 он спокойно держит полосу. Охуенно. Так, носорожи. Так. Минус один носорожа. Да ты заебал. Дай проехать, псина. А, ты уже не одинок. Да иди тут же отсюда. Гоблин одинокий. Так. Он завалился на бок. Нет, выпрыгнулся, продолжаем погоню. Фух. Я уже думал, мне пизда. Так. Еще два фрага. Так, 10 фрагов. Нормас. 240 тонн рейта. Так, ну, процентов где-то 12. Да, 12. Ох ты ж. Банный рот. Опасно нахуй. Не, ну это вообще подстава, ребят. Ну на, раз такая пьянка пошла. Так, еще два фрага. 265 тонн. Так, это 13,5. Так, 13. Ух, вроде не зацепил. Да, все четко. А то эти шипы могли бы стать для меня смертельными. Лампахуй. Топим дальше. Так, 22 касания, 12 фрагов. Нормально идем. 280 тонн рейта. А, вжух. Блять. Фух, вроде проскочил. А, сосите хуй, я ускоряюсь.
Так, призываем белку-летучку, работяги. Соси песос! Так, перчим далее. Далее нахуй. Далее! Далее! Да, Иван Борисович, считай, тебя вспоминаю. Я больше чем уверен почему-то, что ты видишь этот ролик. Ладно, топим дальше. Куда, блять, вылез, псина? Так. Так, еще один автоматический фраг. Чисто случайно. Ебашим дальше. Так. Блять, надо было по-другому немножко касание проводить. Ну да. Так, вот в это вот очечко. Опа! Есть переворот. Два фрага. Круто. Почти 400 тысяч уже. Ну кто бы... Опа! Сомневался. Так, без касания обошлось. 20%. Есть 300. Так, перчим далее. Хм, странно получился спиннер. Хотя я вроде бил под углом. Ладно, похую. Едем дальше. Так, 33 касания, 17 фрагов. Ну как раз где-то 1 к 2 идем. Ой. Блять, только носорожиков мне и не хватало. Блять, еле прорвался. Из-за этого лишнего фрага, так. Теперь можно ребятят попинать немного. Иду на таран, предупредите скорую. Так, есть фражина. 19 фрагов. Нормально, за 9-то минут. Но вообще вангую, что будет где-то получасовой заезд. Информация для участников погони. Так, вижу бродячих огров. Уже одного бродячего огра. Чё, все что ли? Меня радует, когда они, допустим, сами друг друга таранят. Так, на выходе из-под моста. Блять, ребят, у вас там целый склад. Вы не охуели? Блять. Ну, блять, хули ты как, блять? Ладно, едем дальше. Кое-как прорвались. Так. А, пошел ты нахуй, опа! Так, ладно, пилим дальше. Ебучие спиннеры. Бля, что-то заграждения часто стали появляться, не находятся? Перчим нахуй дальше. Блять, неудобно из-за микрофонной стойки черепуху чесать. Прибыли полицейские машины. Внимание, код 3. Блять, микрофонную стойку рукой зацепил. Шпык. Кто там у меня сзади? Он у меня как на ладони. Стоит. По-моему, было касание. Блядский ты рот, я не могу тронуться. Блять. Честно, было плотно. Код 4. Объект задержан. Сука, мне просадили колеса, ёбаный насрал. Все-таки меня поймали где-то на 10-м заграде. Не, у меня столько денег нету. Жетончик, однозначно. Ладно, хуй с ними, с копами. Отложим эту хуйню до 5-го рейта, чтобы было совсем уже потно. Но там будем брать 5 лимонов. Так, выебание.
кольцо. Шпринт. Секундомер. 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 И еще шпринт. Спринтанем немножечко. Как раз трасса. Такая вот быстрая, можно будет пораздавать на орехи. Так, что крутится? Так. Мерин какой-то, если я не обгляделся. Две аудюхи и я на астане. Раздаю на орехи. Ну, вроде пока идется неплохо. Тук-тук-тук. Так. Перчиваем нахуй. Так. Блять. Что-то не очень я пока вкатался, я так понимаю. Так, пилим далее. Так. Ну кто бы сомневался, что я вмажусь в грузовик. Фиат? Что, блять? Ладно, ехаем дальше. Как же меня уже заебал этот пот. Ну да ладно, я тебя сейчас натяну, щенок. Чё, посмотрел, как лихо я тебя надираю? Так. Оба, увернулся. Так, нельзя. Так, резкий тук. Еще один тук. Так, там вроде бы обошлось без тук. Ой, блядь. В рот того наоборот. Вот это сейф. Мне дико повезло, что он въебался в дерево, иначе была бы та же участь, которую я с ним сотворил. Так, а теперь можно ебашить. Так. Блять, это опасно очень. Такие-то дыры. Насколько помню, с Вебстером будет уже 3 заезда, а не 2. Запах потяры чувствую я. Так, 58 всего-то. Я думал больше. А, трасса не в рот ебаться, какая длинная. Топим нахуй. Ой. Потерял скорость в повороте, ну да похуй. Так. Мои любимые в кавычках петельки. Есть там дыра? Нет там дыра. Хуёво. Придётся по петлям. Сука, походу эту дорогу строили, как будто Петр Первый бухой на телеге ехал. Так, 200 метров отрыва. Блять, вроде норм. Держимся. Так, 80. Так, залетаем. Блять, опять шикарно, да сколько можно? Честно? Учитывая то, что было 10-70, даже как-то не чувствует нагрузки, несмотря на то, что на ней сейчас гораздо лучшие настройки кодирования. У меня стоял рендер Very Fast, сейчас стоит рендер Medium. Плюс к этому я в 3 раза задрал битрейт. Был 3600, стал 9800. Ну и до кучи на максимум выкачал графику. Так, блять, он походу догоняет, ладно. Ходу, ходу, ходу. Есть! Так, ребятки, меня здесь не было. Так, еще две гонушки.
И, в принципе, можно будет на этом пока закончить. Так, максимум не хочу. Опять максимум. Минимум. Максимум. Так, здесь проехано. Короче, надо две гонки выбрать как-то. Так, выебание, кольцо, спринт и два секундомера. Давайте выебание, какие проблемы. Так, рыха, А4. Короет, что ли? Вроде как короет. Блять, как же рыкса противно воет. А, ну да, этот ебучий Ренезис, у него же, блядь, движок крутится, я в рот ебал. Если у него полка момента на 5 с хером тысячах. Конечно, там нет возвратно-поступательного движения и все такое. Ну, блядь. Ротор, это, конечно, круто. Как ты его обслуживаешь, не сам. Когда у тебя есть специально обученный механик и тому подобное поебня. Иначе это пиздец. Каждые 60 тысяч менять апексы в роторе. Это местный аналог поршневых колец. Да и масло он жрет, как ебучий бегемот. 1,5 литра на 1000 это далеко не предел. 1,5 литра масла на 1000. В случае с поршневым движком, это говорит о том, что движку уже давным-давно пришла пиздище. Просто, блядь, такой огромный, непроглядно темный, тухлый бобр, блядь. А ротору хоть бы хуй, это его нормальное состояние. А вот если угар поднимается уже к 3 где-нибудь литрам на сотню, тьфу, на сотню, на 1000, вот тогда-то начинается пиздец. Но опять-таки, для ротора обязательно система контроля температуры масла. Да в принципе для любого турбодвижка это. Но с другой стороны, ротор это сука быстро. Потому что он крутится, не в рот ебаться, как шустро. Так, один готов. Ебать готов. Так, кто-то докатался, походу. Блять, ненавижу вот эту связку. У меня такое ощущение, что у меня, блять, во всем городе есть места, которые я ненавижу. Просто всей своей зеленой душой. Так, ладно. Хуй бы с ним, лупим дальше. Блять, какие-то коробки снес. Даже не понял, куда я заехал, но мне понравилось. Блять, неудачное очень касание. Дождик, мать его, за ногу. Вперчивый, нахуй. Бля, у меня такое ощущение, что я катался по этой трассе, но в другом направлении. И финиш был где-то в другом месте. Чё-то у меня такая вот мысля проскочила грешным делом. Тут половина деревьев спилена нахуй. О. Здорово копать. О, блять. Снова солнышко. Да как так-то нахуй? Хотя честно, для 2005 года графика у этой игры была просто опизденительной. Да и сейчас она смотрится неплохо, скажу я вам. По крайней мере, на мой невзыскательный в этом отношении вкус. Графоний здесь действительно неплохой. Так, минус 2. Но учитывая, что у меня теперь появилась GTH 1070, ну как, 1078 вообще. Список игр, которые я могу снимать, расширяется, ну, не то чтобы до бесконечности, но до очень, ебать, огород широких пределов. Вы, может быть, спросите, но как это так? Я отвечу, что моя душа больше лежит к старым играм, потому что в новых играх, ну, нет той души. Вот даже взять Most Wanted. Новый, который от Criterion 2012 года, он, блять, он дико напоминает Burnout. Дико напоминает Burnout Paradise. Ну, нет в нем уже той души, которая была вот в 2005 Most Wanted, которая у вас сейчас на экранах, между прочим. Ну, нет. Да, можете называть меня ретроградом. Можете называть меня просто ебучим алтфагом. Можете написать коммент в стиле «Окей, бумер». Ну и так далее.
Мне поебать абсолютно. Потому что я не люблю какие-то вот эти вот новые ёбы игры, ТРИА-проекты и так далее и тому подобное. Я всегда срал на... Честно, даже говорить об этом неохота, но я пока не собираюсь затыкаться, потому что у нас еще одна гоночка будет. И потом мы прервемся перед самым боссом. Это вы уже увидите в следующей серии. Никакого внимания. Так. Самое тяжелое — это снимать ролики с похмелья. Вот это пиздец. Так, у меня выбор. Либо брать секундомер, но с минималкой. Чем, возможно, затянуть серию. Либо взять максималку. Так, я в рот ебал тут петлять. У меня остается выбор из двух гонок. Так. Максимум. Здесь максимум. И здесь максимум. Что ты, этот серпантин, я в рот ебал ехать. Вариантов не так много. Кольцо, ну хуй вас знает. Ха, цепляют все три района. Весело. На стыке. Так. Короче говоря, рискнем здоровьем и заедем вот эту. Ходу нахуй. Так, сразу же налево. Там вроде будет еще левый поворот. Поэтому экономически, скажем так, выгодно проехаться по встречке. Немного рискнув, конечно, въебаться в трафик. Но трафика, кстати, подозрительно мало. Я вот что скажу. Я, конечно, понимаю, что тормоза придумали трусы, но иногда, чтобы залететь в поворот как надо, оттормаживаться просто необходимо. Так, что-то я запизделся и еле-еле успел за 10 секунд. Так, минута 11, говорите, ладно. Перчим. На вот этих вот хернях, на секундомерах, дело даже будет не столько в максимальных скоростях, сколько в средних. То есть важно не столько разогнаться, не в рот ебаться как, сколько не терять скорости. То есть где-то подтормозить, чтобы не въебаться в стенку и не проебать лишние там 50-60 км. Так, дайте-ка на всякий случай гляну статистику. 225, я сейчас иду средний. Максималка 305. Так, есть отрыв. 229, о, уже веселее пошло. Так, минута 20 на следующий чекпоинт. Учитывайте, что я отыграл 13 секунд. О! Оп! 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 Опа, мусора! Так, мусорное ведро вроде проскочили одно. Так, придется немножко попетлять. Сука! Сука! Сука, блядь! Так. Не очень люблю эти места, потому что вот это вот ограждение, оно, блядь, ловушка для идиота. Кстати говоря, если слишком сильно разогнаться, можно в этом месте въебаться в стену. Да так мощно. Так, 33 секунды. Там где... Ой, еще один огр. Прям за поворотом сейчас будет. Здорово! А, нет, до свидос. Так, 17.1. Средняя 231, нормас идем. Следующий пункт практически ровно минута. Но учитывая, что мы отыграли 17. Потом получается, ах ты ж мать твою, более чем охуенно. В случае чего гандикап у нас есть. При условии подъема средних скоростей. Ну, блять, тут видите? В чем прикол? Тут ебучий заводик. Похоже, мы направляемся в дом.
Ха, первый раз такой ракурс вижу. Ой! Короче говоря, сейчас надо будет сматываться, иначе меня так отстропонят, что сам себе не рад буду. А, это финиш. Поебать. Ну чё, огры, готовы к боям. 20 орков. Съёбываемся и завершаем серию. Я в рот ебал. Только что проскочил. Преследуем объект. Так. Сейчас направо. Ёпс. Блять. Разворачиваться крайне неохота, да и не очень удобно. Ладно, едем сюда. Здесь точно... Ага. Так, надо чуть-чуть поближе подпустить к себе уродов. 12. Сообщите последние данные. Да ну нахер! Он не думает останавливаться, а нет, все-таки грохнули. Пидорасы. Так, 14. Так, носорожи. Есть уход. Блять, только вертушки не хватало. Хуенно, что я могу сказать. Внимание всем! Держитесь правой стороны. Слева 1067. Сила не догнать. Так, вроде не коснулся. Да. Поехали. Порядок. Сколько я три фрага выкосил. Честно, я в рот ебал топори. Стоит, не движется. Предупредите ребят, чтобы были готовы к задержанию. Если что, пусть запрашивают у меня информацию. Бродячка. 10.42. 10.42. Внимание, я блокирую. Да хуй соси, блядь. Так, работяги, призываем белку-летучку. Наверное, так и буду пидорить. Так, Верт ушел, что ли? Аха. Летим на резервном горючем. Осталось меньше половины. Еще пара миль. Если он попался, держите его, ребята. А хуй тебе. Хуй тебе. Он уходит. Делать мне больше нехуй, кроме как на вас смотреть, пидорасы. Ой, блять, вот это замес. Блять, поворот пропустил, да сука ж ты ебаная. Блять, скоро подкреп. Твою-то мать, я ж не уйду так быстро. Ходу нахуй. Его машина практически летит. Внимание всем постам. Все свободные машины в мой квадрат. 10-4, 4, эхо 10. Так, 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 давай, давай, давай. Внимание. Прежде чем скрыться, нужно... Блять! Сука, орк ёбаный. Так, теперь срочно на набережную. Потерял объект из поля зрения. Ищу. Вот это пот. Блять, не то нажал. Ха, весело. На этом мы, наверное, увидим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, комментируйте, обсуждайте. Ну а пока...
пока.